Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня у нас довольно-таки интересное приложение, которое в маркете имеет очень длинное название «Диктор для звонков и SMS», что-то вроде типа этого, но сокращенно аббревиатура выглядит вот так, с пропущенными гласными буквами. То есть, я как понял, приложение называется просто «Спикер», и приложение поможет вам озвучить входящий звонок, то есть продиктует имя контакта, который вам звонит, и при входящем SMS прочитает, от кого вы получили SMS, и зачитает текст сообщения. Хочу сразу сказать, что, например, у меня с длинными сообщениями программа не сработала, но короткие сообщения зачитывают довольно-таки быстро и интересно. Сейчас я сделаю коротенькую демонстрацию, как это все работает. Начнем со звоночка, а потом отправим себе SMS, посмотрим, как считается SMS, и перейдем к настройкам самой программы. Итак, делаем для начала вызов. Я попробую все это дело быстренько организовать. Для того, чтобы вы услышали, попробую микрофон близко поднести к... Вот так вот выглядит входящий вызов от Анчи. Ну, я думаю, вам было слышно, что входящий вызов от кого и имя контакта было зачитано. А сейчас отправим смс-очку и посмотрим, как все это дело выглядит при отправке. Итак, отправляем смс. Вот я делал предварительные тесты, и посмотрим, как все это дело у нас будет озвучено. У вас есть новое сообщение от Я, содержащее «Привет». То есть я отправлял сообщение со своего смартфона сам себе. Он у меня подписан как я, и я думаю, что вы слышали, как все это дело происходит. То есть вы получаете сообщение, если у вас наушники или Bluetooth, вам просто зачитывается текст данного сообщения. Как будет выглядеть сама озвучка, все можно изменить в приложении. Сейчас перейдем к настройкам и посмотрим, что у нас есть в настройках. Итак, перейдем к настройкам. Они несложные, и самое важное то, что вам необходимо, чтобы у вас стоял TTS движок для Android. То есть скачать его можно будет из Play Market. Он называется синтезатор речи Google. Я думаю, что на всех смартфонах сейчас этот движок установлен. Здесь можно настроить скорость речи, тембр. И после того, как установите, желательно сделать прослушивание для того, чтобы прослушивать. Входящий вызов от спикер. Вот так будет звучать прослушивание. То есть, если у вас работает прослушивание, все должно работать и активироваться. Есть возможность сделать всевозможные настройки в всевозможных режимах и задать сценарий для произношения при вызове. Вот есть подкладочка «Сценарий произношения». Здесь можно изменить текст. То есть, входящий вызов от, можно написать «Вам звонит». И from это нельзя трогать, то есть здесь будет номер. Потом после изменения нажимаете ОК, и будет сохранен текст, который будет вам произносить при входящем сообщении. Также это все можно настроить и для звонка, то есть SMS сценарий и сценарий произношения для звонка. Все остальное здесь ясно и четко расписано по-русски. Режим конфиденциальность, если у вас включено данное приложение, если вы поставите галочку «Конфиденциальность», будет зачитываться просто имя отправителя, но не будет зачитываться само сообщение. Если что-то пошло не так, что-то настроили, всегда можно сделать сброс. Скачать приложение можно будет по ссылке в описании видео. Есть возможность приглушать аудио. В общем, интересное приложение, которое имеет все нужные для него настроечки, в которых разобраться, как я уже сказал, будет несложно, поскольку оно на русском языке. Ну вот, в принципе, сегодня, на сегодня, вернее, и все. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!